внимание всем подписчикам. Вот я вам обещал, ребята, что буду интересные машинки снимать. Значит, люблю такие машины, что непонятно, чтобы всем было удобно, все доступно. Вот помните, я снимал Ниву, запуск. Мертвая Нива, убитая была. Там что-то Тимур обозначил. Поезд живой воды для мертвой Нивы, что-то такое. Ну, это такое шутливое название, ну и правильно делает. Вот тоже пришла машина. Вот хозяин, вот его товарищ. Значит, не заводится машина. Она почему здесь? Потому что там дождик идет. И все плохо, короче говоря. Вот. И сейчас я вам покажу, опять, с чего искать. Помните, я... У них стоит бесконтактная система зажигания. Вот гораздо проще. Помните вот все это? Давайте начнем вот с чего. Провода тоже. Вот смотрите, мужики, вот здесь провод у вас стоит каменный, а это силиконовый. Куда вы дели провод тот родной? А он не подходит по длине. Как он подходит? Ну вот так вот. А, это восьмые, что ли, провода? Да, да, да. Ёпана мать. Ну ладно, это вы где нашли такой провод? Да в магазине за 100 рублей купил проверить. Один? А, вообще все, да, комплект? Там комплект. Ну хорошо, садитесь за руль. Дядь Борь, светите сюда. Проверяем искру, мужики. С этого надо начинать. Машина дохла, не заводится. Они так мне сказали, по крайней мере. Вы правильно мне сказали, что они заводятся? Начинаем. Погодить? Да. Хорош. Искра, мужики, убьет слона. Зимбабве. Слона углушит наглухо. Теперь возьмем... Помните, я показывал? Опять так же смотрим. Хорошо, у нас на центральном есть. А есть ли он на свечах? Ну, давайте смотрим. Так, ну-ка, ну-ка. Давайте. Есть. Мужики, есть. Так, стрельнуло. А теперь, мужики, вот что смотрим. Вы снимали провода? Да. Снимали. Смотрим, мужики. Один. Так, есть. Два. Мужики, два. А здесь четыре почему-то. Так, каков порядок работы это в цилиндрах? Скажите, пожалуйста, вот на ваших. Один, три, четыре, два. Вот один, вот первый цилиндр. Следующий идет третий. Так, куда он идет у нас? Есть, он пришел на третий. Дальше, четыре. А он стоит на втором. Вы перепутали четвертый со вторым. Ребята, ну ёпт, я думал, бля, ролик получится мировецкий. Нет, ребята, ролик запоротый, вот благодаря им. Они притащили мне машину на веревку. Я Борьку сорвал, говорю, Борь, идем быстрее снимать, в кино будем, супер-пупер. Подождите, а это я вам ставил, да? Нет. А, не я, да, я смотрю, что-то тут рука. Ну, типа то же самое, да, ладно, хорошо. А теперь смотрите, что делаете. Вы трамблер... Хорошо. До серединки подсос. До серединки? До серединочки. О, вот так вот. Оставьте. Угу. Ага. И так, труба стоит? Да, да. Поехали. Запуск. Чуть-чуть побольше, побольше. Во-во-во-во-во-во. Мужики, машина холодная, предупреждаю. Машина ледяная. Карбюратор стоит, СПХХ, все у него работает, да практически новая тачка. Это мужики, интернет, подписчики. Значит, ролик запоротый, сразу вам говорю. Я хотел помучиться, хотел, чтобы там так сильно помучиться, чтобы что-то вы там увидели. Мужики, ничего вы ни тут не увидите. Мужики перепутали второй четвертым. Далее, значит, добивались до тех пор, крутили. Пока не сдох аккумулятор. Ну, слава плохо, богу, он еще крутится. Плохо заводилось. Не, ребят, вы видели, сейчас заводится? Так я почему, Наиль, я и со старыми, я вообще ничего не трогал, она не заводилась. Я хорошо. Вообще никуда. Денис, вы как заводите машину? Ну, обычно подсос на всю и... Так, на всю подсос. И все. Она еще раз подсос на всю, посмотрим. Борь, туда свети. Работает вот эта штука, нет ли? Так, заводите машину.
Знаешь, давайте сделаем следующим образом. Вот сегодня тоже машина приходила, я ее снял, как там запускать. Давайте, она еще не заведется у вас, оставьте мне ее здесь до утра. Ну, скажем, вот свободно будет у вас время? Мне все равно, у меня все дни свободны, я безработный бомжара. Вот, поэтому вы оставляете вечером. И утром мы с вами будем запускать. Придете вот с другом вместе. Договорились? Не, я вам не верю, что они заводятся. Вот заводится машина. Ледяная. Машина ледяная. У меня вот это, хочу спросить. Я вот спросите. Прям, провода есть? Вот. Ну, провода же вот же у вас стоят. Нет, ну это новые. Вот почему я туда новые поставил? Дядь Борь, снимай. Пусть он покажет, пусть люди посмотрят. А вот чего вы не хотите у меня взять провода? Вот такие провода поставили, которых вам во сне в кошмар не приснятся никогда. Ну, если есть, давайте поставим. Вот, смотрите, я вот почему-то не снял. Так, Ютуба, смотрим всем сюда. Это за вот это провода, ЗАЕ, отличные провода. Они тоже нулевое сопротивление, там внутри жила медная. Единственный недостаток их, ими можно тренировать вот мышцы. Понимаете, они зимой замерзнут. Это супер-пупер провода, хорошие. Но вы поставили силиконовые. Угу. Они тоже неплохие, пока новые. Силиконы только титьки хорошие. Титьки хорошие. Да. А остальное все говно. Не, ну если это хорошее, можешь поставить мне. Это хорошее. А они мерзнут будут. А что я прозвоню-то? Они ноль. Ну хотите прозвоню, дядь Борь, смотрите сюда. Давайте позвоним, покажем Ютубу провода. Сейчас, дядь Борь, я быстро, не нервничай, брат. Братала, не... мы же этот сегодня с этим, Дениску я приглашал, он приезжал. Так, идите сюда, мужики, Андрей. Я одного один не умею. Сюда смотрим вот. Сюда, дядь Борь, светим. Так, мужики, смотри, здесь нет, здесь мужики ноль, здесь стопудовый ноль. Это вернее не ноль, а нулевое. Вот. Потому что там, они говорят, они 2 килоома, ни хрена. Ну держите вот тут, давайте. Помогите. Второй рукой держите провод-то. Второй держу. Смотрим сюда. Бздын 0,62. Мужики, точно, 620 омов всего. Это очень мало. Следующий провод. Вот этот вот. Угу. Сейчас. 67. Мужики, ну это супер-пупер провода. Ну единственное, что плохо, ну говорю, они мерзнут зимой. Вот будет 20 градусов, они как каменные. Ну я буду иметь в виду, что вы... Нет, вы тот провод. Заменили-то, правильно, что заменили? А, вот. Вот этот. Заменили? Ну, да нет, неправильно, мужики, вы заменили. Вы очень плохо. И вот они у вас супер-пупер. А вы поставили на говно их сменили. Мужики, конечно, на говно. Силиконовые, только сиськи хорошие. Отдай, братуха, отдай. И возьми лучше у меня. А у меня силиконовый с нулевым сопротивлением. Давайте. Нет, братуха, ну будь у тебя хорошие провода. Не, ну. У меня супер-пупер, дядь Борь. Достаю, идем, я покажу, какие у меня провода. Дайте мне супер-пупер, чтобы я не мучился вообще с ними никогда. Не будете мучиться никогда в жизни. Дядь Борь, снимай. Беру вот такой вот. Ютуба! Вот провода. Это для вас провода. Ютуба. Держите. Держите провода. Угу. Вот такие провода я делаю сам. Сами? Сам. Это вообще мужики, это наильский татарского. Татарского сына русского народа. Провода. Они нулевые. Идемте сюда, мужики. Да. Дядь Борь, смотри. Сюда идите. Угу. Показывайте мне. Вот берите один сюда. Дядь Боря. Какой будет... дядь Боря взяли? Да, вот я вот это взял. Да, дядь Ней, какой взял. Вот туда смотрим. Все, туда все. Вот. Туда смотрим. Смотрю. Ой, бляха-муха, ноль. Следующий. Следующий. Вот берите вот этот. Вот. Да? Ну, правильно, вот он. Он, да? Он должен быть, да. Ой, бляха-муха, опять ноль. Да что ты будешь делать? Да что, когда ну, же ладно, человек все это проверяет. Безобразие кончится. Ну давай, вот это что ли? Давайте. Нет, это не он, мы с тобой. Вот он. Ну ладно, не будем все проверять, сейчас я все вам ставлю. Последний. Мужики, ну они не дешевые. Вот видите, ноль. Сколько есть? 400 рублей. Да, ну это нормально. Нормально? Это ну как скажете. Все, дядь Борь, заканчиваем съемку. Я эти отдам в магазин, на деньги беру. Отдайте в магазин их. Вы скажите, что такое силикон, ну, куда он годится хорошо. Я объемом объяснил, куда годится. Ну, вот. Ты тебе же проверял да? Силикон. А, давайте, секундочку, давайте для интересику. Вот проверим сейчас.
Сейчас. Я знаю, а вы мне еще это зажигание хорошо посмотрите, там карбюратор. Я посмотрю. Не, братуха, этот Дениска, дорогой мой, ну я уже делаю тебе карбюратор. Ну нахера 10 раз-то карбюратор? Карбюратор смотрят раз в 300 лет. Иго татарское кончается, иго. И снова карбюратор смотрят. Он, ему ничего не бывает. Карбюратор это такой узел, что он не ломается никогда. Ломается зажигание. Идемте, Андрей, сюда. Меряем, мужики, фельдеперстовые крутые силиконовые провода. Так, новые абсолютно, муха не, что-то не делала. Садилась. Мужики, 4000 Ом, еще 30, 4,29. Ну, это нормальные провода, я же скажу, что они плохие. Ну, ребят, мои лучшие. Опять 4000. Так, давайте вот этот провод, ну, вот этот давайте. Мужики, 6000. Ну тоже покатит. Покатит, мужики, покатит. Ну, вот 5000. Ой, ну что я вас обманывать не буду, но мои-то лучше. Один ну, все, провода. Возьмите. Я их отбадрываю. Отдайте, да, отдайте все. Я вам сейчас поставлю. Так, давайте закончим на этом, а то о чем мы все говорим, пустой ролик. YouTube! Мужики, подписчики мои, дорогие! Всем привет! До новых встреч, до новых роликов. Вот хотел вам показать хорошую машину, не удалось. Мужики просто взяли, напутали это. Чуть-чуть. Чуть-чуть напутали. Набедокурили, короче. До новых встреч! С вами был я, Наиль Порошин, и наш канал, вот, со всех кенты. Дядя Боря и наш бокс. Счастливо всем!